Гороскоп на 14 декабря 2022 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В среду для Овна благоприятный день, хорошо подходящий для новых дел. Вы не боитесь трудностей, с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач. Часто помогают старые знакомые, люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. Не исключены неожиданные визиты, встречи с давними деловыми партнерами, бывшими коллегами. Такие контакты окажутся очень полезными. Вероятно, удачные покупки. Вы быстро понимаете, на что стоит потратить деньги, и не жалеете о своих приобретениях. Не исключены небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Личный гороскоп. Благоприятный день, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем благосклонному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Жизнь, как шахматная доска, решат Овны и начнут ходить белыми. Что же, это верное решение, особенно, если до этого дня вы постоянно ныли, паниковали и брюзжали. Гороскоп обещает Овну плодотворный день и интересную работу. Начальство вас хвалит, а коллеги берут пример. Вечер принесет радостную весточку от любимого человека. Правда, пока только по телефону. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует раскрытие потенциала, победу над собой. У многих овнов возникнет ощущение, будто они способны своротить горы. Ничего не опасайтесь, судьба в этот день покровительствует самым смелым вашим поступкам и решениям. Любовный гороскоп на сегодня для овнов. Многие события для овнов в этот день будут балансировать на грани полного кризиса. Не исключены конфликты с домашними, ссоры с друзьями, а также потери крупных сумм денег. Единственное, что порадует вас сегодня, это здоровье. В среду Тельцы вы можете добиться успехов благодаря своей фантазии, способности принимать оригинальные решения, поступать не так, как другие. Это подходящий день для того, чтобы нарушить традиции, попробовать сделать что-то совершенно новое. Полезным будет общение с творческими людьми, способными поддержать ваши смелые начинания. Вы проницательны, внимательны к мелочам. Это помогает в решении многих рабочих вопросов. А вот в личных делах можно полагаться на подсказки интуиции, они безошибочны и своевременны. Личный гороскоп. Ваше материальное положение остается неясным. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Возможны непредвиденные расходы, но, скорее всего, вы получите неожиданную прибыль. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет ошибочным. Держитесь естественно, прислушиваясь к интуиции, и у вас все получится. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Тельцу необходимо прислушиваться к своему организму. Если почувствуете симптомы простуды, то сразу же принимайте меры. Не следует вступать в контакт с незнакомыми людьми и тем более откровенничать с ними о своей личной жизни. Телец получит немало предложений, из-за которых решит срочно уволиться с надоевшей работы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сейчас легко заработать неплохие деньги, не жертвуя своими моральными принципами и этическими установками, что не так уж часто в наш меркантильный век. Не упустите свой шанс. Тех, кто весь месяц просидит на печи, удача обойдет стороной. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Тельцов сегодня ожидает очень выгодное знакомство. Некая особа, с которой вы столкнетесь во время прогулки или похода по магазинам, сама захочет выйти с вами на контакт и в обозримом будущем станет для вас могущественным покровителем. В среду, Близнецы, держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации. Сейчас это очень важно. Старайтесь избегать ссор и конфликтов, а любые дискуссии вести в максимально конструктивном ключе. Вас критикуют чаще, чем обычно. Конечно, это неприятно, но если вы прислушаетесь к замечаниям, то сможете извлечь из них пользу. Можно браться за новые дела,
но делать это нужно без спешки и не рассчитывая на немедленные результаты. Чем вы терпеливее, тем меньше будет неприятных моментов и разочарований. Важна поддержка членов семьи. Если у вас возникают проблемы, не стесняйтесь рассказать близким о них. Вам помогут найти решение. Личный гороскоп. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Удачный день для близнецов творческих профессий. Они смогут показать себя с лучшей стороны, хотя существенных изменений в материальном благосостоянии не предвидится. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Непредвиденные расходы возможны так же, как и неожиданная прибыль. Постарайтесь не рисковать. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп обещает близнецам сумбурное и непонятное утро. Домашние дела не требуют отлагательств, но придется про них забыть. Работа будет срочной и в режиме аврала, поэтому переложить ее на плечи неопытных коллег близнецам не позволит совесть и чувство ответственности. Личная жизнь будет не такой яркой, как хотелось бы. Гороскоп «Дом» на сегодня. В случае возможной финансовой неудачи вы можете легко превратиться из жизнерадостного человека в завистливого нытика, которому нужно, чтобы кто-то выслушивал его жалобы. В финансовых сделках будьте начеку, особенно во второй половине дня. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы проведут во власти апатии и лени. Вы со стороны будете наблюдать, как родные начали подготовку к новогодним торжествам. Несмотря на их уговоры, вы сами не захотите принимать хоть какое-то участие в этом важном мероприятии. В среду раку в начале дня будет трудновато. Это время, когда пустяковые ошибки могут иметь неприятное последствие, а некстати сказанное слово способно разрушить долгие и стабильные отношения. Вам кажется, что окружающие ждут от вас слишком многого, но это не так. Откровенный разговор может многое прояснить, поэтому не откладывайте его. Постепенно ситуация меняется к лучшему, вторая половина дня приносит немало поводов для радости. Возможны интересные встречи и приятные знакомства. Только от вас зависит, какой характер будут носить новые отношения. Личный гороскоп. Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте, у вас все получится. Можно даже рискнуть. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению, оно будет самым правильным. Рак в этот день будет постоянно нервничать и раздражаться на всех, кто подвернется ему под горячую руку. Такое поведение сулит немало проблем и конфликтов. Сегодня вам нужно быть наоборот, кроткими и услужливыми, тогда начальство оценит вашу работу по достоинству. Вечером рака пригласит на свидание очаровательный человек. Гороскоп «Дом» на сегодня. В прочных парах установится гармония и полное взаимопонимание. Незамужние представительницы знака, скорее всего, всерьез задумаются о создании семьи и рождении ребенка. Спокойно обдумайте свое положение, планы на будущее и подготовьте почву для решительных действий. Определитесь с предпочтениями и желаниями. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам сегодня потребуется наличие рядом более раскрепощенного друга. Самостоятельно вы не сможете перебороть внутренний страх, чтобы начать общение с особой, которая вызовет у вас интерес и страстное желание познакомиться. В среду у Льва начало дня будет отличным. В это время легко достичь успеха, причем в совершенно новых делах. Вы быстро во всем разбираетесь, на ходу учитесь всему, что может пригодиться, перенимаете полезный опыт. В это время не исключены знакомства с людьми, которые позже во многом помогут вам. Важные дела лучше не откладывать на вторую половину дня. Справиться с ними в это время будет труднее. К тому же из-за усталости вы чаще ошибаетесь, становитесь более раздражительными. Отдохните, и ваше настроение заметно улучшится. Поладить с окружающими станет проще. Личный гороскоп. Мужчинам-львам общение с прекрасным полом поможет восстановить уверенность в своих силах, избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Берегитесь, звезды предупреждают о возможном скором разрыве ваших отношений с партнершей.
Женщинам-львам звезды сулят перемены, которые увеличат шансы на успех или повысят материальное благосостояние. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Чем раньше Лев проснется этим утром, тем больше дел успеет выполнить. Переезд, покупки и деловые встречи – всем этим предстоит заняться по совету гороскопа. Возможно, что вам сделает предложение любимый человек. Если это настоящее чувство, то соглашайтесь без сомнений. Кризисное положение с деньгами поможет уладить близкий друг. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, старые нерешенные проблемы, которые привычно откладывались на потом, неожиданно заявят о себе. Есть шанс покончить с досадными недоразумениями, бытовыми поломками. Разберитесь с проблемами, сочетая решительные действия и творческий подход. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Из чувства семейного долга львы в этот день откажутся от спокойного отдыха. Вы будете старательно выполнять каждое поручение, полученное от родственников. Вечером вашей наградой за труд станет семейный банкет, который пройдет в очень располагающей атмосфере. В среду у Дев утро будет приятным и интересным. Это благоприятное время для встреч, непринужденного общения, обсуждения важных вопросов. Интуиция подсказывает, когда нужно настоять на своем, а когда лучше уступить. Возможно, заманчивые предложения. Вы сразу поймете, что их стоит принять без долгих раздумий. Вторая половина дня будет сложнее первой. В делах чаще обычного возникают проблемы, на пути встречаются преграды, преодолеть которые нелегко. Не исключено, что вы получите новости, которые заставят поволноваться. Личный гороскоп. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Бережливые и осторожные девы будут великодушными и расточительными. Появятся прекрасные условия для плодотворной работы, особенно для творчества в области литературы и искусства. Будет очевидна удачливость в коммерческих делах. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Сегодня Деве захочется убежать на край света, лишь бы никого не видеть, не слышать, а отдохнуть и забыться. С таким настроением вы вряд ли сможете выполнить работу качественно и быстро. Учтите, что начальство не будет вдаваться в подробности вашего морального состояния, а просто лишит премии. Вечером Дева все-таки повеселится в кафе с друзьями. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благоприятный день для общественной и социальной деятельности. У многих Дев проявится способность к социальному видению, и они оценят происходящее с точки зрения возможности завоевать власть или авторитет. Вы можете получить широкую поддержку любого своего начинания, если разработаете подробный план своих действий. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам в этот день удастся открыть источник дохода в одном из своих давних увлечений. Человек, который увидит ваш потенциал, даст вам не только совет, как преуспеть, но и всячески поспособствует вашему продвижению. В среду Весам день приносит много новых идей и планов. Вы стараетесь воплотить задуманное в жизнь как можно скорее и правильно делаете. Именно такой подход позволяет достичь успеха. Порой союзники не успевают за вами. Старайтесь не сердиться на них, не каждому по силам выдерживать ваш темп. Наступил подходящий момент для того, чтобы привлечь к себе внимание, рассказать о своих победах и достижениях. Вы найдете способ заинтересовать окружающих. Произвести благоприятное впечатление на новых знакомых. Личный гороскоп. Сегодня возрастут духовные, творческие и сексуальные возможности весов. Появится возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению. Оно будет самым правильным. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп обещает Весам поистине сказочную любовь, которая нечаянно нагрянет. Если вы человек, свободный от брачных уз, то это только к лучшему. В другом случае будьте предельно осторожны и не флиртуйте со всеми подряд. Совещания, деловые встречи и конференция пройдут успешно. Весы наконец-то почувствуют себя востребованным человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. События этого дня подскажут Весам, с чего начинать, берясь за самые тяжелые проекты.
Вполне вероятно, что предстоит принять решение по какому-то остро стоящему вопросу, который откладывался в долгий ящик много раз. Творческих личностей ждет удача в выступлениях перед публикой. Вам сегодня предстоит проявить всю свою изобретательность и неординарное мышление. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам сегодня удастся добиться полной семейной идиллии. Вы благополучно потушите давний спор или конфликт, найдете общие интересы с домашними, вслед за чем будете с наслаждением пожинать плоды своих усилий. В среду у Скорпиона все идет неплохо, только настроение иногда портится из-за пустяков. Но если вы постараетесь сохранить оптимизм и хорошее расположение духа, это наверняка удастся. Старайтесь обращать больше внимания на то, что вас радует, а к трудностям, которые порой возникают, относиться спокойно. Отвлечься от неприятных мыслей часто помогает работа. Появляются новые интересные задачи, необычные проблемы требуют решения. Будет шанс пообщаться с людьми, у которых можно многому научиться. Не исключено, что ваши опытные союзники со временем станут настоящими друзьями. Личный гороскоп. День связан с изменениями в личной жизни. Непрочные связи разорвутся. Многие будут ощущать неудовлетворенность своими партнерами, особенно если те не отвечают вашим повышенным требованиям. Возможно, что некоторые встретят свою судьбу. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпиону сегодня нельзя никуда опаздывать, иначе он не успеет выполнить все то, что наметил и записал в записную книжку. Для обучения и лечения – подходящий день, поэтому не упустите шанса. Интимная связь, наоборот, может принести Скорпиону 14 декабря сплошные разочарования и проблемы. Особенно, если вы сами стали ее инициатором. Гороскоп «Дом» на сегодня. Положение планет рекомендует Скорпионам быть особенно осмотрительными и терпеливыми. Консерватизм в этот день возьмет верх над прогрессивными тенденциями, принудив заняться старыми, давно начатыми делами. Пока не стоит приступать к новым делам, даже если возникнут какие-либо идеи и появится возможность их осуществления. Любовный гороскоп на сегодня для Скорпионов. Большую часть этого дня Скорпионы проведут в оживленном общественном месте. Не забудьте, что в начале зимы очень высок риск подхватить вирус или инфекцию от случайного собеседника. Прежде чем выходить из дома, примите ряд мер для укрепления своего иммунитета. В среду, стрельцы, вы уверены в своих силах. Это помогает преодолевать трудности, справляться с преградами, возникающими на пути. Порой вы допускаете ошибки, но старайтесь исправить их как можно быстрее, чтобы избежать серьезных потерь. Возможны поездки, которые не только сложатся удачно, но и окажутся очень интересными, поднимут настроение. Вторая половина дня подходит для общения, встреч в неформальной обстановке. В это время могут напомнить о себе давние друзья, а также люди, с которыми вы были когда-то связаны романтическими отношениями. Личный гороскоп. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Ваше усердие, преданность делу и работоспособность принесут свои плоды. Возросший жизненный потенциал и творческие способности благоприятно скажутся на способности к самовыражению. В личной жизни вероятно серьезное осложнение. Необузданная жажда свободы, в том числе от семейных уз, может послужить причиной разрыва отношений с партнером. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». В этот день стрельцу нужно быть особенно внимательным во время оформления документов. Ваша подпись очень важна, значит, не ошибитесь. Гороскоп предсказывает денежные потери, махинации и авантюры. Если стрелец будет мудрым и находчивым, то он сможет все нейтрализовать. В противном случае неприятности с законом не избежать. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вам придется возвращаться к уже проделанной работе для уточнения деталей, которые оказались непонятыми вашими сотрудниками. Из-за своих принципов вы способны упустить собственную выгоду и потерпеть финансовые неудачи. Поверьте, что вы начнете лучше понимать себя и избежите многих ошибок, когда научитесь учитывать нужды других. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов.
Стрельцы сегодня смогут в полной мере проявить свои организаторские способности. Мероприятие, к которому вам с огромным трудом удастся подключить членов семьи или друзей, окажется невероятно ярким и интересным. В среду козерогам не все дается легко. Порой вам приходится быть очень терпеливыми и настойчивыми, чтобы реализовать задуманное. Возможно, конфликтные ситуации особенно трудно оказывается поладить с женщинами, которые как будто нарочно испытывают ваше терпение. В делах лучше рассчитывать только на свои силы, ни от кого не ждать помощи, так вы быстрее добьетесь своих целей. Возможно, мелкие, но неприятные финансовые проблемы. Не исключено, что из-за них придется отказаться от запланированных покупок, отложить развлечения и поездки. Личный гороскоп. В этот день весьма вероятны ностальгические настроения, возникновение сильного желания встретиться со старыми, друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих козерогов будут витать в облаках, а желание подталкивать к опрометчивым поступкам. Следите за приметами и правильно их растолковывайте. Отложенная поездка во сне или наяву, надежда обернется разочарованием. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Козерогу нельзя распылять свою кипучую энергию на всякую ерунду. Ваши силы понадобятся для более глобальных и добрых дел, поэтому будьте бдительными. Отношения с родственниками трудно назвать милыми, но Козерогу придется самому улаживать инцидент, который случился накануне. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вопрос о том, приносит ли работа вдохновение и душевную радость, встанет со всей остротой. Но отвечать на него и принимать соответствующие решения еще рано. Ситуация прояснится только к концу года. Определите свои приоритеты. Будучи добросовестным и исполнительным, вы способны стать специалистом во многих областях. Но только в одной из них вы можете сделать неплохую карьеру. Специализируйтесь в той области, которая вам по душе. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козероги сегодня останутся единственными из членов своей семьи, кто не утратит способности мыслить рационально. Во время сегодняшнего похода в магазин ценой колоссальных усилий вам удастся убедить родных, что не стоит скупать все подряд новогодние сувениры. В среду у Водолея все складывается удачно. В этот день у вас будет шанс реализовать самые смелые планы. Не тратьте время напрасно. Сейчас звезды к вам благосклонны, и этим стоит воспользоваться, чтобы сделать то, что вы давно планировали. Хорошо складываются деловые отношения, вы без труда находите союзников и помощников. Забот может быть больше, чем обычно. Придется исправлять чужие ошибки, поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, решать организационные вопросы. Но все это ничуть не утомит вас. Вы в отличной форме и не боитесь нагрузок. Личный гороскоп. Благоприятный день. Звезды расположены к вам с благосклонностью. Под особым покровительством находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Щедро делитесь с окружающими душевным теплом. Ваше присутствие в обществе будет действовать на людей успокаивающе. Благоприятный день для решения семейных проблем. Сегодня к вам вернутся давно забытые чувства. В семье будет царить нежность и любовь. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп рекомендует Водолею в отношениях с любимым человеком перейти в официальную стадию. Не стоит медлить с предложением руки и сердца, если чувствуете, что это ваш человек. Возможно, неприятная новость о родственнике, живущем в другом городе. Водолею предстоит решать массу проблем, которые потребуют денежных вложений. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вторая декада подходит для восполнения пробелов в знаниях и окончательного избавления от старых задолженностей. Более успешными в декабре окажутся студенты творческих и гуманитарных вузов, институтов физкультуры, военных училищ. Вновь возрастет актуальность знания иностранных языков. Чтобы избежать переутомления, больше отдыхайте. Во второй декаде полезно пройти профилактический осмотр. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеям сегодня противопоказано слишком напрягаться в физическом и моральном плане. Все события этого дня и так отнимут у вас массу сил,
а потому постарайтесь ограничиться лишь выполнением рутинных дел или посвятите сегодняшний день пассивному отдыху. В среду у рыб утром не исключены мелкие недоразумения, ошибки. Но вы сможете избежать их, если будете к любым делам подходить серьезно, не поленитесь уделить внимание деталям. Возможно, разногласия на работе. В спорах, которых может быть больше, чем обычно, старайтесь не переходить на личности. Если вы сохраните спокойствие, все быстро уладится. Чем дальше, тем лучше идут дела, тем проще оказывается добиться успеха. Во второй половине дня будет шанс достичь успеха там, где до вас многие потерпели неудачу. Это время подходит для знакомств, вам легко будет произвести благоприятное впечатление. Личный гороскоп. День будет благоприятен для обращения рыб в общественные организации и государственные инстанции. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Будьте последовательны и напористы в деловых вопросах. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации. Чтобы не натворить глупостей, прислушайтесь к советам друзей и примите их помощь. Вам придется разделиться на двух рыб, одна из которых будет отдавать себя работе, а другая – семье. Вероятен всплеск негативных эмоций, нервный стресс. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Рыбы сегодня будут пребывать в мечтательном настроении. Вы даже на работу придете с улыбкой на устах. Учтите, что все ошибки и недочеты в документах придется исправлять самостоятельно. В личной жизни рыбам не стоит торопить события. Особенно, если ваш избранник еще достаточно молод и не готов к конкретным отношениям. Гороскоп «Дом» на сегодня. Астрологический аспект проявится стремлением рыб согласовать свои личные желания с интересами других людей. Их личные побуждения будут связаны с успешным использованием внезапно раскрывающихся потенциальных возможностей. Добивайтесь успеха, опираясь на накопленные знания и опыт, а не на заимствованные идеи или просто на собственное воображение. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Сегодняшний день для рыб пройдет очень позитивно. Ранним утром вы встретите кого-то из прежних друзей и вплоть до глубокого вечера будете обсуждать с этим человеком свои победы, промахи и достижения. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!